Девчонки, привет! У нас дождь, ура, ура, ура! Пасмурно, спать хочется целый день. Меня подняли рано, мне надо было с Галей съездить в одно место, чёрти где, в пробках. И, короче, весь день я просто сплю на ходу. И почти видео не состоялось, потому как мне очень много запаковывать. Я решила лучше девчонкам, которые оплатят, штрих-коды выслать, чем видео снять. Потом подумала, ну, может быть, все-таки как-то я смогу и то, и то. Ну, посмотрим, что я успею, чего не успею. Мне бы еще там, я знаю, 24 часа в сутки не помешало бы. Ну, короче, девочки, началось все с того, что я решила показать вам шаблюль. Ну, новинки. Не повторяшки. А потом что-то уж думать, да, как говорится, а что бы вам новый завод не показать? И решила я вам немножко начать с той коллекции, которую, собственно, мне прислали из Таиланда. Кто видел мое видео по Гонконгу, там в одном из дней выставки я встретила сразу очень двух интересных людей. Это был Таль, израильтянин, который женат на тайке, и у него завод в Таиланде, но он говорит на иврите. И там был Игорь, который говорит по-русски, тоже раньше жил в Израиле. Вот, и тоже у него завод в Таиланде. Он у Таля, я, как вы помните, купила украшения. Кстати, я вам еще не все показала, вам показала только серьги, а там еще кучу колец, но до этого тоже дойдет. Вот, и у Игоря я ничего не могла на выставке покупать, потому что очень многие, кто приехал из-за пределов Китая, хотя странно, тайцы, да, продавали, Марказит продавал, например, Хонг, и вот Таль мне продал, но многие очень не хотели продавать на выставке, но разрешил мне снять подробное видео. И, собственно, мне настолько хотелось увидеть и показать вам его украшения, что вот самый первый заказ, вообще, если честно, первый заказ я сделала у индусов. Вы их тоже не видели, это индусы, которые не продавали на выставке. Я немножко заказала натуральных камней, они все это в производстве, там, не относительно не на большую сумму денег, просто попробовать. И второй заказ, это был уже у Игоря. Я не заказывала в производство, я отобрала то, что у него было в данный момент. То, что было готово, чтобы не ждать и чтобы просто посмотреть. Потом уже на свой там вкус я уже буду отбирать, ждать. То есть я решила первую партию выберу из того, что есть. Так что, девчонки, вы сейчас увидите то, что было в наличии и что мне более-менее понравилось. То есть, разумеется, если я буду заказывать, то уже, может быть, будут модели совсем другие. Но сейчас будет одна проблема, и вы будете очень злиться. Дело в том, что размеры, все скажут, опять 25. Размеры были относительно стандартные. Я выбирала из того, что было. Это был 8, 7,5, 7, может быть, 9 иногда. Девчонки с крупными или с очень маленькими размерами, прошу прощения, мы уже в заказ подадим все, что нужно. Но пока что, к сожалению. Еще объявление. Кому нужен Хонг, Марказит, кто чего-то не получил, я сейчас сделаю дозаказ в срочном порядке. Но, девчонки, я беру депозит, я беру предоплату, иначе мне нечем заплатить мою часть в Хонг, потому как я сейчас заплатила очень много налогов всего за Таиланд и за все это дело. Поэтому, кто хочет Марказит и кто готов заплатить либо всю сумму заранее, либо треть, пожалуйста, и я заказываю, вот буквально на днях делаю заказ на Марказит. У меня тут чаек. Так, все, ребят, ну что, не буду вас больше томить. Ну, с чего мы начнем? Новинки от шаблюля или... Я даже не знаю, как оно потом все это перемешается в видео. Что затмит одно, что покажется серым по сравнению с другим. Короче, я не знаю, что делать. Ладно, начнем с нового. Как говорится, ну, что делать? Значит, сразу хочу вам сказать. Игорь не радирует черным родием. Он окисляет. Это окисление очень нам напоминает. Сейчас у меня тут нет. Я вам показывала от Славика со второго. А, пожалуйста. Сейчас я вам покажу, ребята, что я имею в виду. Вот это очень напоминает вот это окисление изнутри. Это не роди, это окисление. Мне даже эта идея очень понравилась. Хотя не все любят. Например, Таль сказал, что он именно черный родий.
делает на черной вставке. Каждый со своей технологией. Чем интересен Игорь? Он интересен тем, что у него очень интересные, совершенно непредсказуемые дизайны. Это раз. А во-вторых, совершенно бешеные натуральные камни. Это, конечно, меня подкупило очень сильно. Ну, сейчас мы и посмотрим. Значит, смотрите, ребята, перед вами два кулона. Кулон номер один – это оксидированное серебро и позолота. У нас имеется свист топаз. У нас имеется, вы знаете, что топазы сейчас есть разные виды. Есть Лондон топаз, есть свист топаз, есть скай топаз. Зависит от оттенка. Свист топаз, он более такой синий, я бы сказала. И у нас здесь стоят в рядочек сапфиры. Как вы можете понять, и тут, кстати, стоит даже вот в каратах 2.43 карата свист топаз и 0.42 карата сапфиры Silver 925. Ну, это код, артикулы, девчонки, запоминайте. Значит, что вам хочу сказать? Такой он довольно-таки увесистый. Кому нужен прям вес изделия, это тоже у меня в накладной стоит, если прям очень надо. Как вы видите, здесь сделано колечко, чтобы не прыгало до конца. Стоит ограничитель. И на чем такой кулон можно повесить? Я его вижу на шнуре, но я на шнурах люблю украшения. Ну, конечно же, я не подготовила. Нет, ну почему я так на себя наговариваю? Вот же мой любимый шнур от Красной Пресни, который всегда тут на столе лежит. Вот, пожалуйста. Кстати, есть Красная Пресня, шнуры и позолоченный кончик. Но они все равно рано или поздно оботрутся. Поэтому не так важно. Вот смотрите, это может быть либо на шнуре, либо это может быть на каком-то толстом жгуте из текстиля. Какой хотите. То есть это куча всяких вариантов. Вон, девчонки мои бисерные, кто смотрит меня, наверняка уже быстренько жгутик из интересного плетения бисера придумают. Короче, много очень разных вариантов. Цена. Как вы можете понять, не хочу, конечно, расстраивать, но дешево это стоить не может изначально. Особенно после того количества безумного налога, которое мы заплатили. Кстати, Игорь очень расстроился, сказал, что он очень жаль, что украшения должны потом для покупателя стоить намного дороже, потому что столько мы платим за таможню и за все. Я говорю, ну а что? Что мы можем сделать? От нас это не зависит, к сожалению. Итак, этот кулон получается у нас по цене $97, ребята. Но еще раз хочу напомнить, что это сапфиры все. Их очень даже немало здесь, как вы видите. И это свист топаз довольно крупный. Давайте посмотрим дальше. Такой же точно кулон. Чуть-чуть дешевле он получается за счет вставок. Он $87, то есть на $10 дешевле. Это белый родий. 2.05 карата, аметисты. То есть аметисты сверху, аметист внизу. Белый родий тоже очень красиво. Мне очень он импонирует. Можно и на бусы повесить. То есть много всяких разных вариантов. На чем можно носить такой кулон. Надеюсь, девчонки, вам понравится мой выбор. Давайте смотреть дальше. Я вам честно скажу, я много сегодня не покажу, потому что я просто не очень успела расценить. Но что успела, то и увидим. Сейчас у нас будет комплект из трех частей. Значит, кольцо, кулон и серьги. Это все, как вы видите, белый родий, позолота. И это все крупное. Это гранат натуральный, граненый. Значит, у нас идет так. Самое дешевое получается за $80 кольцо. Оно безумно красивое. Смотрите, какая интересная работа. То есть, если на руке он вообще смотрится изумительно. Смотрите, здесь вот сбоку такой гранатик. Оно указано как 8 размер, то есть оригинальность полная. И, как вы видите, помимо граната, здесь еще куча фианита вокруг. Значит, это
$80. Давайте почитаем. 2,65 гранат и, соответственно, кубический цирконий. Ну, его код, пожалуйста, R483. И вот так смотрится. Кстати, по-моему, белый родий, он даже такой вот матовый какой-то дает оттенок. Значит, на втором месте это $88. Получается кулон. Кулон у нас с гранатом покрупнее. Как вы видите, это припаяно специально с одной стороны. Такая симметрия, так же, как и в кольце. Здесь тоже оно идет как бы с одной стороны. Маленький гранатик. Маленький, он не такой же маленький, но относительно вот этого он, конечно, поменьше. Кубические циркони очень красивые, покрупнее. Вот с этой стороны смотрится изделие таким образом. Значит, 752 – это его код. P752, 2,8 карат, гранат и кубический цирконий сильвер. Значит, тут уже можно либо на цепочку, либо опять же на жгут. Цепочки, ребята, золотые сюда проходят на ура. Будут красиво смотреться. Вот, смотрите, как красиво будет на шее смотреться вся эта интересная вещь. Все комплекты делимы, в принципе. Но кто захочет забрать весь комплект, ему приоритет, даже если он будет не первый в комментарии. А если вы захотите поделить, то, в принципе, ну не между собой, а кто-то хочет купить одну часть, мне кажется, тоже нет проблем. Но, опять же, в зависимости, наверное, от камней. То есть для того, чтобы потом можно было все-таки как-то собрать гарнитур. Может быть, я буду у Игоря советоваться, какие комплекты можно делить, какие нет. Он даже сказал, что если мне срочно что-то нужно, вот прямо вот горит, умираем, он может мне и частной посылкой пару штук выслать, если вот совсем вот крайне надо, то это тоже есть такой вариант развития событий. Смотрите, английский замок. Палочка довольно такая средняя, хорошего размера. Я при вас это все первый раз открываю, честное слово, девчонки. Вот я бирку сняла. Просто нереально время. Мне просто так рассматривать украшения без вас, без видео, даже времени нет. Я так вот как бы при вас смотрю и тоже любуюсь. Серьги получились по цене $90. Они не намного дороже кулона. Вот относительный размер, как вы видите. То есть в кулоне гранат самый крупный получается. Ну и плюс маленький гранатик. Девчонки, я очень надеюсь, что вы оцените мой порыв душевный. Хотели мы натуральные камни, интересные дизайны. Получили. Теперь, конечно, осталось только, чтобы все это дело купили. Потому что у меня там целый список производителей, с которыми я закарифанила на выставке. Как говорится, лисенок маленький, на всех не хватит. Я из своих, как вы знаете, личных средств все это покупаю. Я просто не в силах в таких бешеных количествах все это выкупать. Поэтому, конечно же, если вам это не понравится и никто не будет выкупать, то просто я физически не потяну и не смогу делать заказы разнообразные. Я, кстати, совершенно без претензий, чтобы никто не подумал, что типа, а ну быстренько купили украшения. Нет, нет, я просто мысли вслух, как бы. Как вы знаете, это все дело напрямую зависит от моей возможности финансовой. Иначе будем в большом пролете в этом отношении. Вот. Ну хорошо, ребят. К чему я это все сейчас наговорила, сама не знаю даже. Как-то вот поперло меня. Следующее кольцо $79. Давайте, я сама не знаю, что. Вот я вот при вас буду читать бирки и рассматривать. Размер 7,5. Ну, это, разумеется, белый родий, это и так понятно. Гранат, ребята, 1,4 карата, артикул R499. Давайте посмотрим 7,5. Я прям сразу так смело на средний палец, который у меня 18, чтобы проверить, маломерит или нет. Как вы видите, он такой дорожка идет по всему периметру. И мне очень понравилась мысль, что здесь это чисто. Значит, сразу Игорь сказал, кто водит машину в кольцах с покрытием, неважно, какой завод и какая страна, вот эта часть об руль стирается
со временем, да? Но это опять же, как мы говорили про кружевные платья. Есть вещи, которые рабочие лошадки, есть вещи, которые нужно менять. Но просто Игорь не в курсе, что у нас на блоге девчонки, которые профессионалки, у нас у всех столько колец, что мы одно кольцо дважды не надеваем на палец. Поэтому нам хоть машина, хоть не машина, для того, чтобы стереть такое кольцо, это надо его носить с утра до ночи. А нам, слава богу, есть что поносить, правильно? Вот, короче, ребята, вот такое вот гранатовое колечко, гранатой дорожкой квадратная. Надеюсь, вы оцените. Про качество изделий, конечно же, мы это обсуждали на выставке. Он сказал, если там понадобится ремонт, без проблем. Но они, в принципе, гарантируют качество довольно хорошее. Ну, поносим и проверим. Но, как бы, честно вам скажу, внешне очень хорошее на меня впечатление профессионально он произвел, Игорь, и огромный выбор у него, то есть человек явно довольно крупный завод, то есть не какая-то халтура, так что, ребята, мне кажется, что мое чутье не подводит. Я очень стараюсь именно выбирать интересных, хороших людей и хороших производителей, и если что-то мне не устраивает, я потихоньку съезжаю с этого дела. Вот, не будем называть заводы, с которыми я все меньше и меньше, дабы никого не обижать. Но, в принципе, как бы я вижу, с кем лучше, с кем хуже. Да как и все мы, собственно. Ребята, это было 79. А почему я его не промерила? Что же мы на слово-то верим вдруг? Очаровал нас тайский принц. Ребята, это 18,3. Это первый человек, который написал реальный размер. Я в шоке. То есть это по штангенциркулю 18,3, но это 17,5, это 7,5. Опа, приятный сюрприз. Ребят, я затягиваю видео уже 16 минут. Но я просто реально, девчонки, сегодня очень сильно устала. И я сегодня двигаюсь очень медленно. Поэтому не обижайтесь. И, кстати, не забывайте, что мое видео очень классно просматривать на двойной скорости, ибо жизнь у нас короткая, и тратить ее просто так жаль. Ну, давайте посмотрим дальше. А, кстати, по поводу кулонов, я, девчонки, обнаружила серебряная Венеция, это с Приволжского ювелира, у меня лежат Мила. Мила, это не я. Это 45 сантиметров. Это, видимо, маркировка была на заводе. 45 сантиметров жгут родированный и 50 сантиметров жгут родированный, вернее, струна родирована, чуть-чуть другое плетение, капельку. Кому нужны, ребята, они по 32 доллара. Кому нужны, напишите. Это белые с Приволжского ювелира. Кстати, если нужны нам еще жгуты, именно родированные, я могу попросить в Приволжском ювелире еще раз. А если нам нужны жгуты просто на любой размер, нарезные, это можно в шаблюле. Так, 73 доллара. Следующее кольцо. Конечно, если бы мне жить надоело, я завозила бы пиратским способом. Вот. Ну, недолго, конечно, до того, как меня посадили, это бы стоило дешевле. Но поскольку мы люди, которые платим налоги, то, соответственно, цена такая. Но мне кажется, все-таки 73 доллара за кольцо с таким количеством безумным, даже маленьких, но натуральных камней, это, по-моему, хорошая цена. Ребят, вот жду в комментарии ваше мнение. Смотрите, какая работа, какая гранка и сколько всего интересного. Ну и давайте читать. Родолит. Гранат, сапфир, рубин. Чего? Не знаю. Перидот, аметист. А чё? А, цитрин. Знаю. Короче, вот нам, пожалуйста, весь списочек огласили. Вот такое интересное кольцо. На перчатки его не советую носить. Но девчонкам в теплых странах, как у нас, вполне можно тусоваться. Размер 8. На мой взгляд, так оно и есть, по моему ощущению. Я не знаю, сколько можно такое кольцо точно промерить. Оно, ну, видите, оно же как бы 19,6. Но он прав абсолютно.
Самые точные размеры колец, которые я до сего момента видела. Он действительно восьмой. Восьмой американский, ну то есть примерно 18 миллиметров. Вот такое интересное кольцо. Смотрите, внутри оно блестит, а здесь сверху оно все матовое. Класс. Ну, ребят, я не знаю, мне нравится. Умираю, жду в комментарии ваше мнение. Просто. Так, дальше. Ребят, опять повторяю, я сегодня немного расценила, просто не успела, поэтому много не будет. И плюс еще шаблю я хочу вам показать. Тоже новинки, кстати, так что. Так, $72 у нас получился. А сейчас вы, ребята, обалдеете. Это зеленый аметист. Зеленый сапфир, пардон. Как мы знаем, это корунд. Если я не ошибаюсь. Если он красный, он рубин. Если он синий или оранжевый, там он сапфир. А вот, пожалуйста, вам зеленый сапфир. Пожалуйста. Сапфир зеленый. 0,27 карат. 7,5 размер. Артикул 001. И у нас 7,5. Так и есть, по моему ощущению. Так, немножко отдалим. Вот такая вот интересная модель. Золочение тут как будто зашито, видите? И вот такой вот зеленый сапфирчик стоит. Как мы теперь будем называть этот завод? Израильским, русским или тайским? Он говорит по-русски. Он жил в Израиле, но он работает в Таиланде. Вот вам и загадка. $72. Так, переходим дальше. А дальше у нас имеется. Что у нас имеется? За $73. Кольцо, 8 размер. 0,20 артикул. 0,75 карат. Гранаты. Вот это все гранатики в позолоте. Опять же, белый рудий. Ну, как бы это и так понятно. У него нету чисто серебряных. Или оксидированные. Или белый родий. Тоже матовое покрытие. И вот такое золото. Видите, как трещинки такие. Очень стильно. Смотрите, какой гранат. И вообще гранат в золоте, конечно, шикарно смотрится. Очень его обогащает. Ну, собственно, все, да. Я все сказала. Можем промерить на всякий случай. А случаи бывают разные, как в том анекдоте. 18,4 по штангенциркулю. Ребята, по самоощущению, он восьмерка. То есть тут очень четко прописаны размеры. Не просто молодцы в этом отношении. Так. Ребята, вот про это кольцо. $66. У меня с ним был даже некий, так сказать, некая дискуссия. Я увидела, что у него есть рутиловый кварц. Я люблю рутиловые кварцы, и я его попросила это кольцо мне положить. Граненый рутиловый кварц. Он говорит, ты знаешь, говорит, я бы тебе посоветовал рутиловый кварц дистанционно не брать. То есть это вещи, которые нужно смотреть самому. Я говорю, смотри, говорю, поскольку в ближайшее время в Таиланд я не собираюсь, я на свой страх и риск возьму это кольцо. Он говорит, смотри, тебе покажется оно бледным, тебе, я не знаю, я не уверен. Я говорю, забей, как говорится, на мой страх и риск беру. И вы знаете, я ничуть не пожалела. Он действительно нежный, прозрачный. Посмотрите, какой рутил красивый. Это кварц с рутиловыми вкраплениями. Вы знаете, что если черные волосики, это турмалиновые вкрапления. Если вот такие золотые волосики, это рутиловые. По-моему, изумительный, еще и граненый. Правильно, девчонки? Как считаете? Правда, что не зря я вообще настояла на своем? 7,5 размер. Вот такая, видите, сетка слева. Рутил, позолота. И вот такие вот очень интересные дизайны. И покрытие все такое очень современное. Значит, я, девочки, вам скажу, по самоощущению, это скорее даже больше к 7. Он указан как 7,5, он вообще 18,1. Но то ли у меня напух палец к вечеру,
но я бы не рискнула. Это все-таки 7. Вот такая красивая. Мне он очень нравится. Я надеюсь, что вы разделите вообще мою радость бытия. $66. Ребят, я довольна, что я настояла на своем. Надеюсь, что это кольцо понравится. Меня оно зацепило. И, девушки, последнее кольцо на сегодня, но это далеко не последнее. У меня большая посылка очень от него пришла. Это будет еще у нас много видео подряд. Но на сегодняшний момент это последнее. $81 артикул 485, семерка размер. Это рубины, ребята. Рубины по периметру всего кольца. 0,8 карат. Седьмой размер. Ну вот, вот тут он не прав. Это не седьмой. Это, ребята, 8,5, а то и 9. Ну, я знаю, в чем проблема. Он на кольцемере это меряет. А как понятно нам из геометрии элементарная, вот здесь вот у него получилось меньше. А палец он мягкий, и он как бы расходится по квадрату лучше. Значит, я вам скажу мое ощущение от квадратных колец. Мы это, кстати, недавно обсуждали с кем-то. Очень удобно. Круглые кольца, они как раз больше выпирают, чем квадратные. Квадратные и руку можно положить, и пальцы сомкнуть. То есть я считаю, что очень зря человечество как-то квадратные кольца не очень воспринимает. Я считаю, что это очень и удобная форма. Ребят, я сейчас вам увеличу, чтобы вы посмотрели на рубины. И, девчонки, у меня отколупалась, извиняюсь, некрасиво, но что делать? Правда, что вы меня простите? А, вот такие вот рубинчики. Ребят, очень надеюсь, что качество крепления камней будет такое же, как, в общем-то, я надеюсь. И выглядит это все очень солидно. Смотрите, ребят, я в целом довольна. Конечно, это не цены, как шаблюлевские кольца. Но, ребята, это, во-первых, экспорт. Экспорт всегда стоит дороже. Ничего нельзя сделать. Это не местный завод. Я плачу налог на серебро очень большой при ввозе. Кстати, это объясняет, почему, например, экспортное серебро в России дорого стоит. Ничего нельзя сделать, это входит в сумму. И, во-вторых, здесь, девчонки, как вы видите, камни натуральные, ювелирного практически качества. Так что, мне кажется, все-таки цена получается приемлемая. $81, смотрите, сколько рубинов по периметру. Ну, вот все. Жду в комментарии. И сейчас мы сделаем небольшую паузу. И я вам все-таки покажу обещанный шаблюль. Но я вам его покажу уже в следующем видео, для того, чтобы укоротить загрузку. Все, ребята, отключаюсь и включаюсь.